Ну вот, опять это тупое чувство, когда не знаешь, что посмотреть. Вроде и это видела, и «Атаку титанов» уже пересмотрела раз 200. И что же мне теперь смотреть? Я знаю, что тебе посмотреть! Ты что? Как ты? Каким богом ты здесь оказался? Я дух аниме просмотра! Это многое объясняет. Я как бы прихожу к анимешникам, которые не знают, что посмотреть. Ну, раз так, окей, что ты мне можешь посоветовать? Я могу тебе посоветовать крутое аниме. Например, «Моя геройская академия». А, так это я уже смотрела. Ну, раз ты смотрела, то тогда ты можешь посмотреть продолжение. Ты ведь не до конца смотрела, там новый сезон вышел, полнометражки еще есть в аниме. Ну, тогда почему бы нет? Не слушай ты его, я могу посоветовать. Это мой клиент! Ты тоже дух? Я дух просмотра аниме-романтики, и я даю самые нормальные советы, какое посмотреть аниме. Я подсказываю ему аниме, то есть ей. Такое аниме, когда можно посмотреть романтику, ведь и весна все еще идет. Не слушай ты ее, какая нафиг романтика и какая весна, уже через пару дней лето будет. Вот, например, какое аниме-романтику я могу тебе посоветовать прямо сейчас. «Пластиковые воспоминания», «Высь», «Соседи», «Как я ожидал», «Моя школьная романтическая...» А я говорю, что нужно смотреть «Мою геройскую академию». А я говорю, что «Моя геройская академия» и точка. Это нужно смотреть, это лучшее аниме, и в самый раз ей подойдет. И все, что я смотрела, она может либо перестать смотреть продолжение, очень много различных вариантов, и все, что хочется, это самое аккуратное. Нужно смотреть, это правильно. Сумасшедшие какие-то. А ты еще кто? Еще один дух? Да не обращай ты на них внимания. Я вот так-то посоветую тебе действительно годное аниме. Ну, валяй. Ты что, чокнулась? Ты что мне включила? Ты вообще кто? Что, дух просмотра хентая? Мне нужно бежать отсюда. Конечно, зачем нам другие жанры, если мы можем посмотреть Яой или Юри? Быть может, ты хочешь посмотреть какой-нибудь аниме про спорт? Этим? Спортивное? Ты серьезно? Быть может, аниме в жанре ужасов? Нет! Но приснится же такое, what the hell? Так, на чем мы остановились? «Моя геройская академия» — это наилучшее аниме, которое тебе стоит посмотреть. Я тебе прям как профессионал рекомендую. Там можно увидеть... И если вам понравилось это видео, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои офигенные комментарии, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, чтобы ничегошеньки не пропустить. И также можешь подписаться на мою страничку в Инстаграме, ведь тебе не сложно, а мне будет очень-очень приятно. И всем пока, я вас люблю. Ждите следующую часть, если хотите продолжение. Как-то я это странно сказала, но ок.